Улыбка ребенка завершилась. Наша традиционная социальная акция в очередной раз получила широкий общественный резонанс. Руку помощи маленьким героям наших видеоматериалов протянули предприниматели, руководители предприятий и организаций, частные лица. Сегодня в администрации города чествовали тех, кто, подарил улыбку детям, порой в материалах наших корреспондентов сам оставался за кадром. Телекомпания ВТВ собрала меценатов вместе, чтобы подвести итог месяца кропотливой работы и вручить благодарственные письма. У каждого из этих детей своя судьба, свои проблемы и свои мечты. Но их всех объединяет одно. Каждому из них сегодня пришли на помощь неравнодушные люди. Бизнесмены, предприниматели, руководители фирм, да и обычные горожане. Восьмой год подряд наша телекомпания помогает встретиться тем, кто нуждается, с теми, кто реально может и стремится помочь. Улыбка ребенка уже давно раздвинула границы географии и значения, став всеобъемлющей акцией. Слова благодарности компании ВТВ «Бумер» за то, что на такой продолжительный срок «Бумерт» акция «Бумерт» живет и развивается. «Бумерт» ни одна, наверное, передача на центральном телевидении столько не живет. Большинство из тех, кто принимал участие в благотворительной акции, делал это не впервые. Компании «Мегафон», «Бимакс», «Гидрофоб», «Гостиница Уют» и многие другие уже несколько лет помогают детям, о которых рассказывает телекомпания ВТВ. Большое спасибо телекомпании ВТВ за то, что она проделала огромную работу для животной помощи нашим детям. Мы, как от своей компании, думаю, что очень рады принимать участие в этой акции «Улыбка ребенка», потому что для нас очень важно, чтобы наши дети были счастливы. Приятно отметить и то, что с каждым годом ряды меценатов пополняются. В этом году впервые участие в акции приняли аптечная сеть 36,6, а также салон «Три комнаты». Люди находят возможность и отрывают от себя вот эту частичку тепла, материальных каких-то ценностей, которые, конечно, бы им и самим пригодились, и дарят это детям. Это очень здорово, что есть такие люди, и радуюсь, что у нас в Волгодонске таких людей много. 4 стиральные машинки, 2 ноутбука, мобильный телефон, пластиковые окна, двери, мебель, игрушки, одежда, коляски и велосипеды. Реальная помощь на десятки тысяч рублей оказана 11 семьям. Из Волгодонска, хутора Макросоленый, поселков Виноградный и Победа. Большое спасибо Анатолию Васильевичу и его команде вот за то хорошее дело, за те 8 лет. Конечно, процветание. Вы лучшие, чтобы оставались всегда, чтобы были у вас новые инициативы на благо нашего города, наших горожан. В течение месяца из наших репортажей горожане узнавали о бедах многих семей и о той радости, которая приходила в дом каждой из них, благодаря отзывчивости наших друзей. Компания ВТВ – это высокий профессионализм, благотворительность и милосердие. Вы очень много работаете и все на пользу людям. Понимаете, это очень здорово. И работа на пользу людям продолжится. Конечно, акция эта не остановится, конечно, она будет продолжаться. Возможно, как-то мы ее видоизменим, модернизируем. Но 8 лет – это срок, который обязывает продолжать. Телекомпания ВТВ благодарна нашим друзьям и партнерам. Тем, кто нашел время подарить частичку своего тепла и любви детям, отодвинув собственные заботы, потребности и проблемы на второй план. Ради единственной, но самой чистой, светлой награды. Ради искренней улыбки ребенка. Лидия Шимко, Дмитрий Романченко. Новости ВТВ.